входная дверь где? Откуда мы входим? Почему любой тусик такой, типа тусик? И он что, просто толкнул и ушел? Ага. Всем привет. Ждем наших деток. Пока не вышли. Макс, видно там Маргариту? А? Маргарита es la última que sale, amor. Маргарита самая последняя. Маргарита es катастрофа. Ну, Маргарита сама по себе человек такой. Она медленная. Она собирается долго. Что она собирается в школу долго, что со школой долго. А Ксюшка, наоборот, шустрая. Вон, Ксюха уже вышла, точно говорю же. Ксюша вышла, а Маргариты нет. Я по шапке вижу Ксюшу. Точно, вон, вышли. Оранжевая шапочка. А Маргариты нет. Маргарита, наверное, только еще обувается. Ну ладно, бегут, 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 бегут. Ксюнчик! Здрасте! Привет! Как дела? У меня Каролина или школа? Потому что я что-то подумаю. Наверное. И у меня была корона, она говорила. Это я брат. Какая у тебя корона была? Я. Садись куда-нибудь, куда хочешь. Где? Это твои, это что, твои оценочки? Нет. А, я думала, твои оценки. Потому что я уже Дженси сказала, что... Что ты переезжаешь? Потом, если он чуть-чуть... Где Маргарита? Черепаха. А вы пошли покупать? Мы ездили по делам, документы в Гимайде, в этот... А вы пошли покупать в этот пресс-нап? Да. Покупили банки? А, нет, мы не ездили, мы не успели. Мама! Давай садись. Я что-то подарила. Что тебе подарили? Ух ты, а почему тебе подарили это? Потому что, у нее был день рождения. У девочки? Нет, у нее. Потому что учиться, что она переезжает, и потом они не могут праздновать. Точно, это тебе вперед подарили. Да, раньше времени. Чему золотой. А я и не знала. Супер. Давайте, давайте, открывайте. Маргарита, я уже хотела... Даже покушать нормально не дадут, хотят открывать. А Бонни-то здесь что? Что это? Оно это платочек мягкое. Носовой. Потому что... Рождество, рождественский носовой такое платочек. Странное. Открой, быстрее. С ханшей. Это скрытие! Когда мы его упаковывали, Бонька его себе забирала. Грызла. Она его грызла. Помнишь это? Бетти. Помнишь ей это? Бумажку надо, бумажку надо. Да. Да. Мы это тоже видели. Это помада. Это в Манор купили. Мы это тоже видели в Манор. Мы тоже хотели взять. Это как его? Мне губы трескаются. Веган. Веган. Пинк. Три помадки. У вас уже этих помадок сколько? Маргарита очень много. О, это белая. На руке попробуй. Ну я покажу. Вот такой. Такая вот красненькая. Вкусные? Ой, они вкусные! Они вкусные. От детей прячь. От Макса и Каролины спрячь, потому что они... А можно я? Они вкусные прям, сладкие, да? Папи! Раньше я с него там... Ну вот у них куда.
Нет, иди. Никуда. Никуда я тебе не отдам. Не надо. Давай, мальчик. Все, да. Мы сделали в школе. Там наша фотка, там моя фотка. Яник свой сделала. Я дала мою Янику, Яник дала свою мне. А, понятно. Яник, он тут... Обменялись. Поли! Яник на делала... память. Да. Яник делала свою. Угу. Ему. Шапку не берешь? Нет. Точно? Да. Мама, наша еще в кино. Угу. Давайте. Где Бонни? Здесь, что ли? Нет, Бонни там дома. Пока. Что ты хочешь показать мне? Бонни! Ай-яй-яй! Это кто сделал? Это кто сделал? А? Ребят, смотрите, Маргарита нарисовала свой план комнаты. Прикольно. Что-нибудь, кто-нибудь понимает? На, рассказывай. Это мой номер? Так. Входная дверь где? Откуда мы входим? Отсюда мы входим. Угу. Дальше. Ну, что такое? Она у тебя какая-то большая, сильно. Она у тебя не такая большая. Она у тебя не квадратная, она у тебя вытянутая. Я знаю. Она у тебя это прямоугольная. Мама, это мой номер. Да. Так, вот тут входная. Потом тут пуфик. Тут стоят книжки, тут папин стол рабочий, тут дверь на этот... На улицу, на окно, улицу. Дверь, то есть. Потом кровать и Боника. Ты хочешь кровать возле двери? Потому что там очень много зарядок. Можно зарядить и компьютер. Чтобы зарядиться, да? Можно зарядить и телефон. А тут у меня еще и шкаф. Шкаф для одежды? Да. Угу. И все. Хорошо. Если бы он мне толкнул. А учительница что сказала? Она мне спросила, есть ли я все хорошо с вами. Ты покажи, где ударилась. И он что, просто толкнул и ушел? Ага. Его скоро выгонят со школы, он допрыгается. Почему Люботюшка такая типа тусечка? Маленькая ты моя девчусочка. А потом ты девочка, моя принцесса. Аня-Наська. Никак. Что ты сделала? Это из резинки пружинки. Из какой резинки пружинки? Ты что, обрезала резинку пружинки? Ты думаешь, это красиво? Когда большая резинка. Ксюша хочет себе нос проколоть, когда она будет большая. Это когда будет большая, это сколько лет? С 18 лет тебе разрешу. 16. Нет. Да. Нет. Маргуша уснула. Перенервничала. Слышь? Перенервничала, спит, говорю. Она это... Завтра у нее тестирование, она не хочет. Ой... Дети, дети. Так, что там за хулиганство такое, а? Это кто хулиганит? Это кто у нас завтра именинник, а? Вот этот хулиган? Хулиган-именинник завтра? Ух ты. Хохотунчик. Давайте, крылечко, пижамку надеваем и спать идем. Я не знаю, сколько себя сегодня я засняла. Надеюсь, я что-то вам засняла хоть чуть-чуть, да. Потому что сегодня что-то так день быстро пролетел. Не успела оглянуться, как уже все, ночь. Думала, а что же я сегодня наснимала-то? Что же я сегодня наснимала-то? Не знаю, что я наснимала. Видео. Давай, видео, да. Давай, спускайся, пижамку надевай. Ты идешь спать? Ну что она меня кусает? Ну что она тебя кусает? Ты подготовилась к завтрашнему дню? Нет. Нормально. Ксюня, опускай свою подушку. Душку, подушку. Ксюнь, давайте, опускайте. О. Можно завтра утром?
Вставай, чьи зубки. А? Можно завтра утром открыть. Подарки? Да. Ну, открывай утром. Она рычит на тебя? Да. Мама еще мокрая. Ты чего? Давайте, девчонки, уже. Хватит уже себе всякую ерунду в нос сувать. Маленькая еще. Ай, придумает же, придумает. Еще куда? В ухо еще. Мы не будем отмечать завтра. Мы будем отмечать день рождения Макса и Каролины в один день. На следующей неделе, я не знаю, в субботу или воскресенье. Нет, мы, наверное, в отпуск поедем лучше. Далеко туда ехать. Если отпуск поедете, может, наверное, сладенькое. Бонь. Нормально, нет? Мама! Я думала, это Бонни там гавкает, это она под дверью тут сидит. Все, не трогайте, ты напугала ее, Маргарита. Хватит тут тверкать. Давайте, все, пока. У нас вон коробки здесь уже стоят. Завтра может быть какая-то фигурочка. Да-да-да. Нажимал ее только. Все, пока. Смотрите, Ксюша одноклассник подарил на память. Так как Ксюша уезжает, он ей подарил вот такой. Я ему мой. Да, Ксюша ему подарила со своей фотографией, а он ей подарил. О, как это мило!